На Раде Е Новости, ведущая новостная программа Якутска по селе 10 Роси. Только на Якутской радиотелевизии. На сегодняшнем выпуске новостей. Энергетический кризис и сажар суе, притоже белой энергии злыха. Не успеть ей дно за много печальных событий с участней энергетический кризис. Что и плане в будущность. Медзитим, насколько остро стоит проблема выставанием в Якатерске. Мы с кумами больше. Также в программе проводится реформа образования в Нейландском. Реформа включает отстранение ненужных тем и предметов, а обучение учителей, чтобы они были в курсе событий. И добро пожаловать в новости, где мы начнем сегодня с проблемы, которая конечно проясняется. Энергетический кризис в Федерасии продолжается, после того, как плохое управление о дистрибуции электроэнергии между поставщиками привело к резкому росту цен. То привело к многим злыханным энергетических компаний, притоже они не смогли оплатить затраты в результате лимитов наклада на поставку электроэнергии. То привело к тому, же миллиарды людей потеряли доступ к своим поставщикам энергии, а получили обровские счета за отопление, а электрины. Люда! Сейчас я нахожусь в Лукашграде, где раньше располагалась штаб-квартира Белоэнергии до ее краха сегодня утром. В результате же 40 миллионов клиентов остались без поставщика. Вице-канцлер и министр экологии и природных ресурсов Андреас Шейдерман ранее выступил с заявлением по поводу краха Белоэнергии, в котором говорится. Крах Белоэнергия, главного поставщика энергии в Белоилис. Е знаком того, что может случиться худшее, если не ее будут не заведу дальше а потрени, которые помогут создать более эффективнейшие выруби о дистрибуции энергии. Другой риск также дальше во время кризиса, при то же энергия а электрина эса выпинаю при люди, которые пришли о поставщиков энергии, поскольку автоматический принос захранял бюрократия ИО, а в результате, некоторым пришло больше недели, чтобы пришло на своих новых поставщиков. Очакова эса, в следующие несколько недель ситуация только жорси, так как другие поставщики энергии, возможно, затворение, а такие компании, как Флаус, будут скуточни высокие риску коллапса, а цены все еще будут на историчкой высоком уровне. Велика Совета и Федеральная Рада обсуждают способы упреднаснить внимание доставки энергии в районы с низшую энергию, а можно, при разделении энергии из таких отраслей, как вырубы а космическое приемышел. Люда, есть ли обновленная информация о людях, которые пришли своего поставщика, а были природены на нового поставщика, есть ли какой-либо духодобый план для них? Ну да, на самом деле, департамент недавно объявил, что люди смогут перейти к другому поставщику через 6 месяцев после природения, но детаилы затеял не боли зверинения. Также очень вероятно, что сейчас на кризис поведет к консолидации рынка. Спят к тебе, Джулия. Спасибо, Люда.